повесить мишуры, снежинок и символы новогодней столицы. К Новому году ученики школы номер 61 украшают 4-й автобус. 3 года назад мы осуществили первоначальную акцию под названием «Украсим наш транспорт». 4-й маршрут, он как раз проходит от школы 61 и ездит в Дашково песочник к Глобусу. Очень было оперативно подано заявление в управление Тараблебусов, и где нам разрешили эту операцию произвести. Честь украсить автобусы выпадает не каждому. Сначала проводится внутришкольный конкурс. Смотрят, как ребята украсили свои классы. После победители украшают автобус 4-го маршрута. 2-й год подряд городской транспорт украшают ребята из одного и того же класса. В том году, на самом деле, эмоций было больше за счет того, что было более праздничное настроение, так как уже лежал снег в это время. А в этом году мы, наоборот, хотим создать гражданам хорошее настроение новогоднее, чтобы они заходили в автобус, снежинки, мишура, новогоднее настроение, Новый год, праздники. Сотрудники УРТ, водители, кондуктор акции этой тоже довольны. Говорят, что зачастую и сами украшают свой транспорт к Новому году. Вообще считаю, что здорово. Ну просто приятно ехать и... Что-то как-то праздник чувствуется. Акция «Украсим наш транспорт» проходит уже 3-й год подряд. Украшают всего 1 автобус. Однако даже этот небольшой вклад может подарить жителям маленькое ощущение приближающегося праздника. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».